Всем привет, друзья! Сижу дома на карантине, благо у меня есть возможность с балкона выходить на крышу магазина подо мной. Ну и до эпидемии, естественно, очень редко пользовался этим, потому что неудобно, надо выходить. Так, ходил, бычки подмести, чтобы под окнами не валялись. Сейчас во время самоизоляции решили гулять на этом самом балконе, но неудобно. Где-то 60 сантиметров подъема, надо делать ступеньку. Там же на балконе несколько лет валялись вот такие две доски, их и буду применять. Сначала все расчертил. Будут у меня две ступеньки с подъемом 18 сантиметров и ширина самой ступеньки 19 сантиметров. Электролобзик у меня, конечно, есть, но он в мастерской здесь нашел только вот такую пилу, поэтому по правилам самоизоляции буду пилить тем, что есть. Одна боковая деталь готова, по ее образцу расчерчиваем и выпиливаем еще одну точно такую же деталь, и меня впереди ждет еще 20 минут пиления. Но вы этого не увидите, вот уже две детали готовы. Кто еще не догадался, как будет выглядеть моя ступенька, все очень просто. Две вот такие боковые детали, это нижняя ступенька и точно такая же будет верхняя ступенька. Сложилось, кстати, ощущение, что эти две доски лежали специально для того, чтобы я сделал из них ступеньки, потому что по размерам подошли идеально, вообще отходов никаких. Вот, например, эта доска была длиной 120 сантиметров, соответственно, ровно пополам получается 60 сантиметров, две идеальные ступеньки. По итогу у меня появилось ощущение, что я в жизни так много ручной пилой не пилил, все время электролобзик. А дальше приступаем к процессу сборки. Размечаем, высверливаем. В роли зенкера у меня сегодня сверло по бетону большего диаметра. Нормальный зенкер есть, но он тоже в мастерской, а у меня самоизоляция. Собирал все самыми обычными, классическими черными шурупами, моими любимыми. На свой страх и риск провел первые испытания. Конечно, надо укреплять ее дальше. Этим сейчас и займусь. Снизу каждой из ступенек прикрепил маленькие металлические уголки. Ну, так, на всякий случай. А из каких-то деревянных обрезков решил сделать вот такую внутреннюю часть, для того, чтобы ступенька полноценно стояла, а не только опиралась на стену. Я уже говорил, что с размерами угадал идеально, так что уголки, которые сегодня все утро выпиливал, вот сюда классно подошли. Естественно, все это теперь нужно будет зачистить и полачить, но все это будет после карантина. А сейчас я с вами прощаюсь, не болейте, друзья, до свидания.